Влад А4 занялся этим с Марком. Ко мне в руки попал необычный ролик А4. Там Влад в своей новой крутой курточке Лава-Лава бегает по магазину вместе с Марком. Он пытался найти свой лимонад Лава-Лава, но в один момент что-то пошло не так. Владо, смотря на Марка, понял, что ему не нужна Лава-Лава. Ему нужен Марк. И для этого он купил самую забористую смазку. Силиконовая смазка. Как думаете, подойдет? Для чего-нибудь точно подойдет. Ну а дальше пошло нечто. Ну а тот самый видос, где они друг друга любят, ищи в шапке профиля.